Привет, друзья, сегодня приготовим вкусную мойву. Здесь у меня полкило, почистил, помыл. Чайная ложка приправы к рыбе. У меня уже с солью идет. Черный молотый перец. Сок лимона. Все, больше ничего не нужно, перемешиваем. Оставляем, пусть помаринуется полчасика. Добавляем столовую ложку муки и перемешиваем. На сковороду добавил растительное масло, вот так вот красиво выкладываем. И обжариваем сначала с одной стороны. Теперь накрываем вот так вот тарелочкой, сливаем масло. И обратно в сковороду. Выливаем масло и обжариваем с другой стороны. Вот такая вот красивая вкусная мойва получается. На этом все, друзья. Всем спасибо. Подписывайтесь, делитесь. Всем мира, добра, удачи. Пока.